Мне кажется, они катаются с удовольствием. Это, конечно, кроме раздражения, ничего не было. Но когда я принесла музыку, сказала, что я дам на следующий день музыку, то Сережа Петухов сразу, как говорится, он схватил музыку, да, влез на дерево, и там уже сидел много часов, пока он ее не отслушал. Вот итак, так. Далее на льду у нас Кристина Горшкова и Виталий Бутиков. А Рязанова и Ткаченко пока занимают второе место. Они отстают на 4 балла от лидеров Боброва и Соловьева. Ученики прославленного тренера Елены Чайковской, Кристина Горшкова и Виталий Бутиков. После короткого танца они занимали 4-е место. И отставание от Рязанова и Ткаченко было, конечно, очень серьезным. Целых 5 баллов. И после такого произвольного танца, который показали Рязанова и Ткаченко, догнать их было бы очень и очень сложно. Вряд ли, конечно, удастся.
ощущения?